Пельцах начался сбор подписей в поддержку Елены Грицко, которая станет на местных выборах независимым кандидатом в примары. О начале кампании на партийном собрании заявил Рената Усатый, объявив бельчанам, что Елена Грицко участвует в выборах как запасной альтернативный кандидат на тот случай, если республиканские власти откажутся регистрировать Николая Григоришина. «Снимут Григоришина, будем призывать голосовать за Грицко», – сказал Рената Усатый. Елена Грицко уже получила в окружном избирательном совете подписные листы. Мы собираем подписи для независимого кандидата Елена Грицко. Приходит с паспортами, у нас тут была такая очередь, что мы вызвали еще пару человек, чтобы они помогли нам. Досрочные выборы мэра города Бельцы состоятся 20 мая. Елене Грицко для участия в выборах в качестве независимого кандидата до понедельника 16 апреля необходимо собрать 6 тысяч подписей. Сам сбор подписей проходит в центре Бельц, у танка и фонтана и в офисе нашей партии. Положено 5200. Мы хотим собрать немного больше. Может быть, какие-то подписи будут исключены. Сегодня мы начали сборы подписей для независимого кандидата Елены Грицко от нашей партии. Люди активно приходят, подписываются, поддерживают. Почему вы именно за Елену Грицко поддерживаете, свой голос отдаете? Я за этот пинт в партию есть, да. Финк мол, что фокут и нурашу, но все равно фос не шода, то что фокут, кто фокут, кто фос домну усатый. Шам кредерим партию ностру, что я-то врел, а ну мне, дим партию ностру, что нева, сприя кондучеря ла ной ла бэлс.